Здравствуйте! Вы смотрите канал компании Фотопроцентр, и сегодня мы с вами научимся собирать стрибокс на примере стрибокса Профото Softbox 1.4 RFI. Стандартный стрибокс, как правило, состоит из такого вот кожуха с отражающей поверхностью внутри, которая отражает весь свет от вашей вспышки, кольца, которое крепится ко вспышке, четырех спиц, вот такие вот четыре спицы, которые являются каркасом самого стрибокса, а также двух диффузоров, наружный и внутренний, который крепится внутри рассеивателя самого, отражателя. Что ж, давайте попробуем собрать его. Как правило, спицы в стрибоксах имеют два наконечника. Один вставляется в наш стрибокс, то есть в уголки, а вторая сторона вставляется в кольцо, на котором держится стрибокс. У Профото, например, здесь помечены кружочки, также есть отметки на кольце, то есть думать не надо, куда вставлять, вставляете по инструкции. Но бывают и варианты, когда имеется только один наконечник. В таком случае наконечник вставляется в стрибокс, а кончик без наконечника вставляется в кольцо. Что ж, попробуем вставить сначала в наш кожух. В кожухе имеется несколько петелек со внутренней стороны. Одна из них, как правило, практически незаметная, того же цвета, что и отражатель. Другая держит у нас средний рассеиватель, внутренний. Через нее стоит пропускать тоже. Это не обязательно, но так значительно правильнее. То есть так он у вас будет лучше держать форму. Вставляем в первую петельку, потом во вторую. И в угол самого стрибокса. Одна спица есть, осталось еще три. Можно делать это на столе, либо можно делать на полу, если он чистый. Но в условиях выездных съемок зачастую бывает так, что это становится невозможным, так как поверхностей чистых на улице мало, и вы рискуете просто-напросто испачкать ваш софтбокс. Спицы вставлены, мы его немножко расправляем таким образом, чтобы спицы были в центре нашего кожуха. Вот как я держу, первая, вторая, третья, четвертая. Теперь нам необходимо вставить кольцо. Берем колечко и вставляем противоположные спицы по диагонали. То есть вот этот верхний угол и нижний с обратной стороны. Так будет значительно удобнее. Сначала вставляем, ищем, в какое из отверстий нам необходимо вставить. Как правило, в стрибоксах ставится оно следующим образом. Здесь 8 дырок. Вставляем в 2 ближние. И здесь 2 ближние. То есть выглядеть это будет вот так. Вставляем одну. И для того, чтобы наиболее простым способом вставить ее, мы не тянем спицу вглубь софтбокса, а берем и немножко изгибаем ее. Таким образом, она у нас очень легко войдет, без особых усилий. В большинстве случаев люди просто пытаются ее воткнуть поглубже. Это не получится, у вас там ткань. Теперь вставляем противоположные. Немножко подгибаем спицу. С одной стороны, это будет значительно легче. И берем вот эту. Аналогично. Изгибаем ее. Изгибаем со второй стороны, делаем усилие внутрь, и вот каркас собран. Далее мы застегиваем наш отражатель, чаще всего их делают на липучках. Закрываем мы его для того, чтобы избежать лишней засветки, чтобы он у нас бил только в необходимую сторону. Готово. Далее мы берем центральный рассеиватель, тот, который поменьше. Обычно они либо на липучках, вот такие вот ушки у них есть, либо у них карабины, которые цепляются. В нашем случае они на липучках.
Цепляемся вот за эти петли. Раз. И два. Соответственно, с другой стороны точно так же. Полотно у нас немножко натягивается при этом. И берем наружный рассеиватель. Лучше всего, если у вас он тоже на липучке, лучше всего сделать таким образом, чтобы липучка у нас выходила наружу, а сам рассеиватель был глубже. Так мы сможем распределить его равномерно по самому краю. Рекомендую начинать с уголков. Подтягиваем в противоположную сторону. Аккуратно цепляемся. И теперь разглаживаем вот эти стороны. К центру и к краю. Практически идеально. Красиво. Стоит помнить, что спицы сделаны из стали. Не бойтесь их гнуть, они не сломаются. Запомнить стоит только одно, то что спицы не нужно растягивать в разные стороны, их необходимо подгибать в процессе сборки, так будет значительно проще. Это самая распространенная ошибка. Вы смотрели канал компании Фотопроцентр, подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новые видеообзоры. Пока!